Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Ну а сегодня у нас 9 лет игры. В общем, я в эту игру, ребята, играю очень давно, с 2014 года. Пришел я в апреле месяце, и первые мои видосы были по выводу рубинов. В общем, бесплатно рубины для Music Wars. Если найдете, честь вам и хвала, ссылку можете оставлять в комментариях. Для тех, кто уже недавно подписался, ну, добро пожаловать в проект, ребят, добро пожаловать. Итак, что же у нас интересного? Во-первых, подарок. Не советую, ребят, его открывать, если у вас нет заданки на 500 звезд. В этом подарке 500 звезд. То есть выполнение задания на 500 звезд одним кликом. Если вы открыли, ну вот как бы накосячили. Ну а так, итак, первый тур, ребят, первый тур голосования, где вы можете сами себе дарить музлайки. Не забывайте, музлайки можно дарить себе в большом количестве. Это позволяет не только прокачивать клаксон, ну, то есть, как вы видите, но и помимо этого выкупать предметы студии. Я говорил тем, кому на оценке персонажей, тем, кому в июне говорил, в июле на летней, это ваше время качать студию. Кто прошел на 30 уровень и не может найти всю студию, это ваше время. Ну и, конечно же, оружие, ребят. Здесь уникальное оружие иногда выпадает, очень хорошее. Так что, МС, надеюсь, тебе твоя коса выпадет хотя бы за 2,5 года. Слушай, ну надо просто выкачать. Прям надо. И самого интересного. Колесо фортуны у нас изменилось. Добавился у нас манускрипт и пенек. Печка у нас ушла. Те, кто качал печку, ну молодцы. В общем, мне печка не выпала. Не напрягайся. О! Ую! В общем, пофиг, короче, вот. Но выпал манускрипт. Древний манускрипт. В общем, Коя, ты меня слушаешь, надеюсь, и смотришь. Пожалуйста, качай. Все в твоих руках. Твой манускрипт. И я думаю, что ты станешь еще сильнее на своем уровне. Так что давай, дерзай, выкачивай. Дальше, поменяли нам приз, ребята, в клубах. Теперь, если вы тусуетесь в клубе, который за 7 и выше, то, возможно, очень вероятно, непонятно, вы получите кристаллоида. Если честно, кристаллоид не такой навороченный, как бы, если честно, питомец. У меня он даже не в клетке. У меня он даже не здесь. А где же наш кристаллоид? Вот наш кристаллоид где. В общем, у меня он так же, как и чужой. Что тот, они, ну, у меня плохие петы, они просто валяются. То есть, они не используются у меня, поэтому вот как-то так. Дальше из интересного. У нас в салон красоты завезли праздничные акции. Но я ждал, что то-то появится новое. Но остался тот же самый Дэдпул, Спайдермен и Бэтмен. Бэтмен. В общем, Бэтмен у меня есть, я его купил, я ждал что-то новое. Допустим, человек там, человек Аквамен, чё бы не добавить. Супер женщину нельзя добавить, да. Флэша, в конце концов, собака. Я бы костюм Флэша купил просто, вот реально. Костюма Флэша мне не хватает. Товарищи разработчики, если вы меня кто-то смотрите или имеет связи, добавьте костюм Флэша, пока есть возможность. Я вот прям куплю. Вот прям надо мне. Вот просто. Просто не могу. Но я думаю, сейчас многие, кстати, будут выкачивать манускрипт, потому что у многих его нету. У меня он, ну, не такого, скажем, навороченного уровня. Ну, мне вполне хватает. Ребят, вполне хватает. Я, ну, не бегу, не гонюсь. Оно мне не надо. Ну и самое, наверное, интересное, самое интригующее, да, это, ребята, подарки. Подарки просто уникальные. Сразу говорю, первый раз, ребят, первый раз за все время выпадает, ну, то есть, не только питомцы будут выпадать со всех вместе, да. Ну, вообще, очень интересно, я как бы, ну, был немножко шокирован, когда вообще открыл это все. То есть, получается, не только игры разумом, да, можно качать, но и будет также заполняться шкала для вызова зомби, да, и, получается, его маски. То есть, по сути, по-нормальному, можно было подарки добавить там за 150, за 300, да, вот можно было добавить. Допустим, взять подарки, добавить за 400, вот просто, если честно, и добавить потом за 500, и вот разделить. Нет, засунули именно так. То есть ждите, что, ребят, у кого за зомби полностью выкачан, ну вот как-то будет он мешаться всем, у кого его просто нет физически. Кто-то хочет качать, допустим, чисто модули, кто играется, это нуба элита, музмехи, но вот вам не будет падать. Вот зомби вам будет выпадать вместе с его маской.
модули вам выпадать не будут. Ну и я предрекал, ребята, очень давно не было. Робокот. Робокот и, в общем, охренительная вещь. Плюс добавили к нему модуль, который в обязательном порядке надо тоже будет качать. Я сразу говорю, я буду качать вот эту ветку. Ну, то есть, как оно есть, сейчас покажу. В общем, робокот, ребята, у меня валяется очень-очень давно с 6 уровня. Я его не качал. Если качну 16, то есть 10 вверх, это будет, ну, круто. Как бы запас есть небольшой, возможно, чуть-чуть прокачаться. Может, даже повезет. Ну, может и не повезет. Ну, хотя бы надо его качнуть. Он действительно имбоватый. Если в топ качать, то это очень дорого. Мне, ну, не выкачать его. Ну и зомбяк, ребят. Зомбяк у меня 16-й. Маска к нему у меня 5-я. Так что, возможно, он тоже будет еще падать. Самое интересное, я ждал зомби вообще как, ну, как бы где-нибудь в другом месте. Но никак на день рождения Music Wars. Вот просто. Просто никак на день рождения Music Wars. Ладно, ребят. Итак, давайте вкратце подведем все итоги. Кто открыл подарок, тот лох. Кто, короче, со звездами не распрощался. Дальше. Музлайки дарить себе. Открывать отдельно студии тоже. Ну и из подарков, не знаю, ребят, из подарков надо качать того, чего нету. То есть многие не видели робокота. И даже те, которые играли года 2 или 3, у них робокот такой же, как у меня. Ну, то есть, поэтому вам выкачивать именно его. Ну, зомби, не знаю, зомби, ну, не такой навороченный, кстати, питомец. Нафиг, короче, его, в общем. Ладно. Ну, а что вы будете качать и куда вы будете сливать свои запасы, пишите в комментариях. Ну, и жду от вас видосы, в случае чего, ну, вдруг, для рубрики от подписчика. Ну, чтобы было интересно. Ну, остальным-то как выкачивать. Пока.